Более 1000 танцевальных пар из регионов России, а также Болгарии, Казахстана, Словении, Литвы и Польши выясняли, кто лучше в стенах омского велотрека. Здесь 8 и 9 апреля при поддержке Министерства спорта Омской области состоялись международные соревнования по спортивным танцам «Брависсимо-2017». Я уверен, что такого представительства у нас в Омске еще в этом виде спорта, наверное, не было и по участникам, и по составу судейской коллегии. Я искренне уверен, что танцевальный спорт в Омске, в Омской области, ну и в целом в России идет в позитивном развитии. И подобные турниры это конкретно доказывают, что нет равнодушных в этом зале сегодня. На паркет приглашались спортивные пары самого разного уровня, от любителей до профессионалов высочайшего класса. Турнир проводится уже в 5-й раз, и с каждым годом география «Брависсимо» расширяется, а количество титулованных пар растет. Мы стараемся развивать танцевальный спорт в Омске. И для этого необходимо нашим танцорам видеть лучшие пары. Вначале мы приглашали из Сибири, потом мы приглашали из России. А теперь мы приглашаем уже лучшие пары мира. И у нас сегодня действительно в турнире WDSF, где 6 стран, есть европейские лучшие пары, которые входят в топ-25 мирового рейтинга. Самая захватывающая борьба развернулась среди танцоров, претендовавших на награды соревнований мировой серии WDSF Open в категории «Молодежь» и «Юниоры 2». Здесь на паркет вышли представители иностранных государств, а также ведущие российские танцоры этого возраста. В категории «Юниоры 2» равных не было омской паре Даниил Кононов, Арина Самошкина. В нашей паре года 3-4, точно сейчас не могу сказать, 4 года. Сначала мы были у одного тренера, потом перешли к другому, и в процессе тренировок мы видим друг друга почти каждый день, срабатываемся и привыкаем уже к друг другу, что понимаем буквально с полуслова, можем на паркете выйти. Я могу что-то начать танцевать совсем другое, и Арина поймет меня. Если ты чувствуешь себя в танце, то импровизировать достаточно легко, когда партнер тебя чувствует, и это дается тебе легко. На каждом этапе пары выносили на суд строгого жюри по 5 танцев. В финальном раунде непревзойденными оказались танцоры из Томска. Триумфальное выступление Даниила Писанкина и Арины Марухиной никого не оставили равнодушными. Судейская бригада, в которую входили арбитры из 7 стран, по достоинству оценила мастерство спортсменов, безоговорочно отдав им первое место. Это один из важных турниров в Сибири, потому что здесь есть WDSF рейтинг, это мировой рейтинг, который нам необходим, потому что выезжать за границу Сибири это как бы недешево. Да, тут есть возможность набрать рейтинг, который нужен для топа мира. Серебра удостоилась пара из Литвы, а замкнули тройку призеров амичи – Илья Князев и Анна Шеверева. За 2 дня были разыграны медали в 122 классах. Зрители турнира насладились эмоциями и техникой спортсменов, а наш регион в очередной раз подтвердил высокий уровень организации международных соревнований. Праздник танца состоялся. Брависсимо!